Вот прямо за этой стройкой, вот буквально вот сразу же тут 50 метров здание городского суда. И месяц назад по всем радиостанциям Крыма, ну, по крайней мере, феодосийские станции передавали, что вот эта вот стройка, она незаконна, вообще никто не знает, кто ее владелец, кто хозяин, и кто это что строит, и объявили по радио, что вот это вот уже сносят, разрушают, и здесь типа ничего не будет. Ну, как видим, стройка продолжается, вон бетономешалка поехала. Все это строится. Ну и сами посудите, как можно сделать незаконное строительство в 50 метрах, даже в 10 метрах от здания суда.